В работе расширенного заседания актива области приняли участие государственный инспектор администрации президента, депутаты областного маслихата, руководители правоохранительных и государственных органов, члены общественного совета, акимы районов и города Актобе, сельских округов, а также руководители предприятий. Президент поручил обеспечить рост социально-экономического развития страны и продолжить работу по улучшению благосостояния населения. В этой связи в нашем регионе принимаются все необходимые меры. Так, по итогам первого полугодия наблюдается значительное улучшение всех социально-экономических показателей. Наша задача – продолжить обеспечение динамичного развития области. В своем отчете глава региона доложил о социально-экономическом развитии области и отметил рост по всем экономическим показателям. Также было затронуто индустриальное развитие. В 2019 году планируется реализовать 25 проектов на сумму 90 миллиардов тенге. В настоящее время очень важно не допустить роста цен. Уровень инфляции в области составил 102,2%, что ниже республиканского уровня. Акимы районов и города Актобе, руководители отраслевых управлений, должны усилить работу по всем направлениям. Особое внимание президент уделил вопросу создания новых рабочих мест. На сегодняшний день в области создано более 11 тысяч новых рабочих мест. До конца года дополнительно появится еще более 9 тысяч рабочих мест. Принимаемые меры позволят сдерживать безработицу на уровне 4,8%. Так, в настоящее время наблюдается рост промышленности, сельского хозяйства, инвестиций из жилищного строительства и оптово-розничного товарооборота. Аким области отметил, что ведется плодотворная работа по увеличению доходов населения. Среднемесячная заработная плата выросла на 11,7% и достигла 140 тысяч тенге. По поручению главы государства с 1 января 2019 года минимальная заработная плата более 70 тысяч актюбинцев выросла в полтора раза. С 1 июня заработная плата 70 тысяч бюджетных работников увеличилась в среднем на 30%. Более 32 тысячам работников предприятий повысили заработную плату в среднем на 15%. Актюбинская область по-прежнему сохраняет лидерство по жилищному строительству. До конца текущего года в рамках программы «Нурлы жер» будет введено в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратных метров жилья или 8700 квартир. Более 1200 квартир получат многодетные и малообеспеченные семьи, не имеющие собственного жилья. Глава области поручил акимам районов и города Актобе, руководителям госорганов, усилить работу по развитию промышленности, сельского хозяйства, туризма, малого и среднего бизнеса, социальной сферы, ЖКХ, поддержки многодетных и малообеспеченных семей. В завершении заседания присутствовавшие на расширенном заседании дали положительную оценку работе главы региона. Динара Абдуалиева, Самат Каликенов, Армандус Магомбетов, телеканал Актобе.